Конкурс «Лабиринт.ру. Дети читают стихи». Детский сад номер 2, город Бабаево. Филинская Кира, 5 лет. Что такое День Победы? Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк летает с неба, рассыпаясь сами тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это вечер и беседы, это дедушки на альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.